Мы находимся в Щелковском центре гигиены и эпидемиологии, который занимается обеспечением деятельности Роспотребнадзора. Здесь проводятся исследования, связанные с определением шума, загрязненности воздуха, загрязненности продуктов питания. Основной целью деятельности территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области является защита законных прав граждан на сохранение и укрепление здоровья, благоприятную среду обитания, на получение полной и достоверной информации о товарах и услугах. Щелковский центр гигиены и эпидемиологии, работающий не только в нашем районе, но и в городах Лосино-Петровский, Фрязино, Королев, Юбилейный, осуществляет одно из направлений санитарно-эпидемиологической службы и является правопреемником центров Госсанэпиднадзора. Сейчас мы с вами находимся в лаборатории микробиологических исследований. Мы берем мазки и зевы на стафилококки, стрептококки, менингит, с тем, чтобы определить наличие микрофлоры у того или иного человека или ребенка. Здесь работают высокопрофессиональные специалисты, их более 90 человек. Они занимаются и контролем качества пищевых продуктов, что является одной из составляющих здорового питания. Результаты исследований свидетельствуют о наличии на потребительском рынке фальсифицированной продукции, в которой жиры животного происхождения заменены на жиры растительной природы. Здесь могут установить, является ли тот или иной продукт подделкой. Осуществляется также и контроль качества молочной продукции путем определения жирно-кислотного состава. Одним из наиболее эффективных методов выявления фальсификации молочной продукции является определение жирно-кислотного состава методом газовой хроматографии и последующее сопоставление его с составом, приведенным в нормативной документации. Главная задача – это обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. И каждый руководитель отвечает за свой объект и за то направление деятельности, которым он занимается. И если он будет обеспечивать санэпидблагополучие на своей территории, другой тоже на своей. И в целом в районе у нас будет все, слава богу, благополучно. Вот это наша задача. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии также оказывают помощь в разработке и составлении программ производственного контроля. Могут проконсультировать по вопросам прохождения предварительных перед началом работы и периодических медицинских осмотров работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды. Здесь также занимаются оформлением и выдачей личных медицинских книжек. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».